Игюнлер, хэшкэдэнэс. Здравствуйте, добро пожаловать на урок турецкого языка. Турецкий язык с удовольствием. Вы открыли видео «Турецкий словарик». И мы с вами продолжаем тему «Дом, мебель и домашние предметы». Это часть 2. Если вы не видели часть 1, пожалуйста, внизу в инфобоксе вы можете перейти и прослушать часть 1. Приготовились? Ну что ж, поехали. Хади бакалым. Mobilya eşyası. Mobilya eşyası. Resim. Resim. Vazo. Vazo. Anten. Anten. Balkon. Balkon. Pencere. Pencere. Kitaplık, kitaplık, fırın, fırın, yatak odası, yatak odası, mutfak, mutfak. Думаю, кто учит со мной вместе с моими уроками турецкий с удовольствием, уровень А1 и А2, я думаю, что все слова, которые связаны с кухней, вы точно уже знаете. Не так ли? Гараж. Гараж. Эв. Эв. Емек одасы. Емек одасы. Баньо. Баньо. Туалет. Туалет. Салон. Салон. Бодрум. Бодрум. Веранда. Веранда. Фотограф. Фотограф. Чамашир йыкама. Чамашир йыкама. Ev işleri, ev işleri, bulaşık yıkama, bulaşık yıkama, adres, adres. Адрес, впрочем, как и во всех иностранных языках, адрес остается адресом неизменным. Konforlu, konforlu. Коридор, коридор, капак, капак, лавабо, кювет, кювет, душ, душ, айна, айна. Ястык, ястык, хавлу, хавлу, кириш, кириш, электрик лямбасы, электрик лямбасы, сюслемек, сюслемек, боямак, боямак. Döşeme, döşeme, perde, perde, lamba, lamba, kilit, kilit, elektrikli süpürge, elektrikli süpürge, ütü. Ütü, mobilya, mobilya, asansör, asansör, çaydanlık, çaydanlık, tuvalet,
Tuvalet. Makyaj aynası. Макияж айнасы. Итак, я думаю, что вы прослушали, запомнили. Я еще раз вам настоятельно советую, уважаемые дорогие мои, еще раз обязательно прослушать. И я уже верю, что вы записали эти слова себе уже в словарик. И попробуйте еще раз их повторить. Я напоминаю, на моем канале есть курс «Турецкий язык с удовольствием А1». И есть курс А2. Если вы открыли только это видео, тогда, пожалуйста, внизу в инфобоксе вы можете с легкостью и с удовольствием выучить турецкий язык. Ставим лайки, рекомендуем видеоуроки своим друзьям и увидимся на следующих уроках. Hadi görüşürüz!